За 9 месяцев с начала года Казахстан экспортировал свыше 40 тысяч тонн мяса на сумму почти 119 миллионов долларов. Наибольшую прибыль в казну принес экспорт мяса крупного рогатого скота. Причем высоким спросом у зарубежных потребителей пользовалась как свежая казахстанская говядина, так и замороженная. Выручка от ее продажи составила почти 58 миллионов долларов. Мясо домашней птицы также в приоритете у покупателей. Было закуплено почти 22,5 тонны на сумму 36 миллионов долларов. Третью позицию в экспорте занимает баранина, замыкает список конина. В то же время выяснилось, что наших граждан, помимо отечественной продукции, также интересуют зарубежные мясные изделия. Причем настолько, что за 9 месяцев этого года импорт мяса и мясной продукции превысил 172 тысячи тонны на сумму почти 300 миллионов долларов. Но отечественная баранина для казахстанцев все же оказалась предпочтительнее. Импорт этого вида мясной продукции едва превысил 31 тонну.